Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу третий заказ из 10-го каталога компании Oriflame. Заказ совсем небольшой, всего на 50 баллов, но я решила его показать, потому что в заказе есть часики, и я хочу вам их показать, потому что, на мой взгляд, они очень красивые, и если вы думаете, брать или не брать, то, возможно, сейчас вы их рассмотрите хорошенько и уже примете верное решение, чтобы до конца каталога успеть себя побаловать. Итак, что у меня в заказе? Два жидких мыла, лимон и вербена. Это потрясающие жидкие мыла, очень густые, в состав входят натуральные масла, и из-за этого мыло очень хорошо моет руки и увлажняет их, а я очень люблю, когда руки чувствуют себя комфортно. Итак, чем же еще мне нравится этот продукт? Во-первых, я сюда ставлю такой флакончик на кухне, потому что когда возишься с готовкой и бывают какие-то продукты очень пахучие, то лучше всего отмывается именно вот этим средством. Во-вторых, очень экономичная, я даже не нажимаю до конца, то есть не полное нажатие, просто малюсенькая капелька дает хорошую пенку, отлично отмывает руки и устраняет все неприятные ароматы. Вот возьмите на заметку этот продукт, потому что это что-то просто вау, нереально вкусное и приятное в использовании. Одно мыло мне, одно под заказ для клиентки. Она его заказала еще ранее, но мыла не было на складе, я мониторила постоянно корзину, и как только они появились, сразу отправила заказ. Далее заказ одной клиентки, специально она сделала заказ для того, чтобы получились часики. Это тональная основа адаптивная серия The One. А, кстати, эта тональная основа мне понравилась, и если вы думаете тоже, какой взять тон, и ищете не просто легкий прозрачный, а более плотный, то этот тон вполне подходит для этих целей. Он хорошо перекрывает все неровности, какие-то недочеты кожи, хорошо лежит, он подстраивается под состояние кожи, и мне нравится, что большая палитра оттенков. У меня клиентка заказала тон 35783, нейтральный бежевый, вот очень хороший оттенок. И второй ее продукт — это помада Giordani Gold Master Creation. Классная помада, мне нравятся в принципе все помады в Giordani, так не получается открыть, ну в принципе я и не хотела бы открывать помаду, я люблю открывать продукцию для клиентов вместе с ними, просто хотела вам показать упаковку, но ее хорошо видно на страничке каталога. Вся упаковка серии Giordani Gold помады в золотистых футлярах, это очень красиво. Что мне нравится, они не обшарпываются, достаточно долго сохраняют, ну мне кажется, навсегда сохраняют этот блеск, шик, и эту помаду приятно не только использовать для губ, приятно, а просто эстетически приятно брать ее в руки, потрясающе красиво. Поэтому я тоже рекомендую такую помаду, потому что у меня их очень много, и я в основном всегда себе беру Giordani и изредка какие-то другие, хотя мне помады в Oriflame нравятся из разных серий, но вот именно по дизайну Giordani Gold она самая красивая. Так, заказали тушь 5 в 1, еще одну, это оттенок черный, и кстати эта тушь одна из моих любимец, наверное, все-таки первое место я отдам этой туши, потому что она удовлетворяет вот всем моим потребностям, и ее любят мои клиенты, то есть она дает длину, подворачивает реснички, утолщает их, ухаживает за ними, и что мне нравится, у нее необычная кисточка. А с одной стороны, у нее очень-очень коротенькие ворсинки, настолько коротенькие, что их даже трудно назвать ворсинками, но именно это классно, то что когда я крашу первый слой, стараюсь подобраться поближе к началу роста ресниц, и за счет того, что очень короткие ворсинки, нету контакта со слизистой, то есть идеально тушь подойдет для тех, у кого чувствительные глаза, потому что когда щеточка длинная, то очень часто мы задеваем слизистую, даже не замечая этого, идет раздражение глаза, слезы, покраснение, и это некомфортно. С этой же тушью просто нет проблем. Потом я переворачиваю уже на длинную часть ворсинок и
наращиваю, укладываю, всегда делаю три слоя, и получаются такие красивые опрятные реснички, расчесанные. Просто я не люблю, когда ресницы склеены или на них слишком много туши. Пусть будет меньше, пусть будет выглядеть более естественно, но зато вот все будет классно и уложено, и выразительность появится. Супер тушь, вот, рекомендую. Также заказали еще две зубные пасты. Это зубная паста защитная, тоже заказ клиентки, она любит нашу пасту и всегда ее повторяет, поэтому я говорю: ребят, ну вы просто попробуйте хоть раз эту пасту, она очень хорошая, вы любую возьмете, хоть отбеливающая, хоть пасты гель, травяной комплекс или защитная, они все очень хорошие, мы их дома просто чередуем. У нас всегда открыто 3-4 пасты, и я то одну беру, то другую, и мои домочадцы делают то же самое. Дело в том, что, например, отбеливающей пастой ей нельзя пользоваться постоянно, это может навредить зубам, то есть ее как вот курс на 2 недельки сделали, убрали, пользуемся другими. Месяц прошел, можно опять взять отбеливающий, то есть месяц, полтора, два, можно опять отбеливающий курс сделать, а потом чередовать то одну, то другую. Это очень полезно и для десен, для зубов, то что идет смена компонентов, и зубы будут сохраняться более крепкими и здоровыми надольше. Вот. И последний продукт завершает наш обзор, как раз те самые часики долгожданные, которые я, можно сказать, ловила, потому что они то пропадали, то появлялись, и в тот момент, когда мне клиентка сделала заказ, их не было на складе, но через 2 дня они появились, и я отправила сразу заказ. Итак, часы, вижу с вами, смотрю их первый раз вместе, себе не заказала. Я часы в принципе не люблю, не ношу их, очень редко одеваю, просто как аксессуар. И у меня есть часы, которые все делают, и шагомеры у них, и они у меня как часы компьютера, они связаны с телефоном, и я когда куда-то иду или еду, я их одеваю, связываюсь с телефоном, и они мне все показывают, какие приходят сообщения и так далее, то есть очень удобно, поэтому нет необходимости в часах. Но мы посмотрим, я спросила у клиентки разрешение их осмотреть, поэтому можно посмотреть. Сейчас открою аккуратненько. Итак, открываем коробочку красивую. Внутри этой упаковки черная коробка, и вот они, наши красивейшие часики. Инструкция есть, они вот так запечатаны, хороший такой приятный силикон, лаконичный циферблат, заклеен пленочкой, и еле-еле видно желтые черточки, то есть это буквально вот просто вот желтое и серебро такое под металлик. Открываем, извлекаем часики, как они здорово были упакованы, и я хочу их примерить на руку, чтобы понимать, какого размера здесь браслет, и ну, надо ли делать дополнительные проколы. Да, скорее всего у меня этот браслет для меня великоват, да, но у меня ручка тоненькая. Давайте я на последнюю закрою застежечку, так, и вот так вот будет выглядеть на руке. Очень милые часики, очень комфортный материал, приятно. И чтобы завести часы, нужно будет, вот здесь есть механизм, сейчас открою. Механизм японский, Seiko. Нужно просто вынуть вот эту вот пломбочку, и произойдет контакт с батарейкой. То есть все очень просто, ничего не нужно делать, никаких лишних телодвижений, просто выдернули пломбочку, и часики у вас пойдут. Но действительно красиво. Мне интересно, напишите свой отзыв, если вы уже брали эти часики, поделитесь своими впечатлениями. Хотели бы вы такие часы? Тоже напишите. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.